Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами в гостях Наруто, а это все еще я. Ну, типа, я делаю... Ну, как это называется? Типа Инна. Инна. Я и Чениса. Няня, мы будем сейчас готовить еду из Наруто. Для этого мы купили абсолютно все. Ну, то есть, короче, сейчас мы покажем вам рецепт реально рамена из Наруто, но он будет такой, легкий, прям для печей. Но нет, это не будет дошираком. А я думаю, мы будем жрать говно. Ну да, по сути, это так и будет. Что вообще ели в Наруто, кроме рамен? Там было данго. Да, который ты даже купил. Данго. Мы их тоже приготовим. Я тоже для этого все купила. Да. Ну такая хозяюшка, вы посмотрите на нее. Наруто, ты не тупо выбрал женщину себе в команду. Короче, для того, чтобы приготовить рамен, смотрите, что нам понадобится. Самое важное. Ни хрена себе. Это капуста сушеная, но не миёк, как могли бы подумать, и не зехи, а это скомбу. Капуста. Вау. Потом нам понадобится мисо-паста. Но у меня есть готовый мисо-суп, типа как доширак. Поэтому мы будем мисо-пасту брать отсюда. Лайфхак. Угу. И не надо ничего варить. Ого. Ну вот это реально лайфхаки. Вот она, мисо-паста, девочки мои дорогие. Я Мэна Миса. Здравствуй. Здравствуй. Мама Миса. Кринж с ТикТока. А вас тоже кринжуют люди, которые вообще не понимают, что они пытаются делать в ТикТоке, или вам нормально? Боже, мы недавно видели такого чувака, это было ужасно. Меня чуть не вырвало несколько минут назад. Бака от какаши. Бака. А как тебе Хисока Орочимару? Хисока Орочимару был великолепен, да. Для приготовления замечательного рамена от самого Наруто непосредственно нам понадобится... Девочки, мы делаем облегченный рецепт рамена из Наруто, но как в самом Наруто, вау. Ты сфоткала? Я видео снимала. Ты сфоткала? Так как в нашей вселенной, ну только по единственной причине, что мы все-таки вселенной Наруто не особо готовим, потому что мы занимаемся боевыми искусствами, а не готовкой, то и рамен у нас будет облегченный. Не как в Учираку. Вот видите, человек накачанный. А пока Русик. Сама тут ходит, светит своим торсом, а про меня кринжует нормально. Я просто на фоне сраку попозирую. Дорогие друзья, ссылочку на этого потрясающего Наруто, который Наруто это круто, самый лучший Наруто всей Руси, не пытайтесь даже спорить это, она будет в ссылочке в описании. Так что всем подписка, всем лайк. Ну и на меня тоже можно. Конечно, на лучшую Инну Яманаку. Не свинину, Яманаку. Сначала мы будем отваривать бульон. Для этого в самом начале нам, в принципе, понадобится кастрюля. Нет, мы будем варить целое ведро. Ведро рамена. Пойдешь еще соседи? А рамен вообще-то Наруто. Да. Ну это как? Нет, вообще-то они делают ударение на оба слога. Рамен это корейский. А рамен это японский. Нет, это русификация такая. Ставим на плиту. Включаем плиту. У меня все еще проблемы с включением плиты, потому что на теле новая кухня. О, у меня же такая же плита. Ну, короче, заливаем кипяток. 1,5 литра. Дожидаемся, пока водичка закипит. И берем наши мисо-пасты, чтобы сварить мисо-бульон. Также понадобится йета. Это рыбный соус, он как бы сделан из рыб. Блин, я не понимаю, почему у меня желтые носки, но, в принципе, там вообще носки с молоком. Да, в волосах. Да, в моих. Блять, а вдруг я сейчас... Это что вообще такое? Мисо-паста. Выглядит как говно. Это и есть, по сути, мисо-паста. Она должна так выглядеть. Фу. Фу. Я какашки кидаю. Кого же поконосила сегодня? Ребят, кого сегодня была диарея? Что это такое? Чай, пожалуйста, кого диарея? Что это такое? Фу, дай мне ножичек, пожалуйста, я не могу на это смотреть, это выдавливать. Мы сделаем вкусно, мы не смотрим на то, что мы пьем. Наруто и Инна. О, да. Такие они, конечно, друзья, нет. Зато у них есть взаимодействие в филлерах. Филлеров там полно взаимодействия. Филлеры, знаешь, у Инны тоже загарочка и взаимодействие. Да. Да. Там есть филлеры, где типа Сакура с Инной идут сдавать какой-то экзамен, они сейчас провалились в деревню. Я испачкалась, в чем ты плохого? Я, слушай, я тоже. Я не хочу руки в говне. На самом деле мы норм. Вот наш готовый мисо-супчик. Добавляем немного рыбного сиропа. Берем водоросли. Да, у нас там тиктоки. Давай, короче, отсюда. Можно черепануть чуть-чуть? Да, давай отсюда черепанем. Но сначала закинем водоросли. Нет! А как же тикток? Подожди! Нет! Сначала тикток! Все. О! О, и смотри,
Блять, не видно было, что мы заливаем молочко. Ебать. Немножко кофейка. У нее сахар в детском горшке, вы понимаете? В детском горшочке, который обычно писают. Добавляем эти брусочки имбиря. Это было видно, я утром снимала бьюти-видео. В нашей вселенной Инна стала бьюти-блогером, а ты почему здесь? Я хочу жрать. Тут ничего нового. Нужно сварить яйца. Смотрите, как тут вообще яйца будут вариться. Что за томное видео? Это вообще-то TikTok House, и яйца жарятся в TikTok House. А это наш символ, флаг TikTok House. На то он и TikTok House. Тиктокеры они такие, а вы что думали? У меня так руки устали уже. Пока все готовится и варится, мы с вами сделаем топпинг, то есть нарежем лучок. Помойте, пожалуйста, уважаемый Мараткун. Да помой нормально. Да что жопу не мой, ладно. Ладно. Да что ты такой, вообще ничего не умеешь, чтобы за Саской своей бегать умеет, и все, больше ничего не может. Саски, 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 только Саски. Я тут сижу, готовлю, а он где-то там с Рачимару сидит. И вот даже не знаю, что он там делает. Сидит? А где, на чем? А вот это вопрос. На ком и на чем именно? На чем или на ком? Вау, оно запело. Ой, надо срочно туда два яйца. Закиньте два яйца, пожалуйста, туда. Я боюсь. А вдруг оно плеснется? Когда ты не умеешь готовить? Да. Все, миссия completed. А вы знаете, что профессиональные косплееры утягивают свою грудь? А я вытяжку. Хочешь показать? Да. Реально вытяжки. Капец. Ребят, короче, чтобы делать нормальный рамен, ну, если вы умеете готовить, конечно, не для слабаков, вам нужно было бы купить специальную свиную грудинку, там, свернуть ее в 33 узла. Но мы сделали проще, я купила какую-то вареную курицу готовую, и просто порежу ее, и пожарю, и будет готово. Вкусно. Пахнет вкусно. Самые сексуальные руки на деревне. Choke me, like you hate me. Даби позавидует. Блин, Даби точно завидует. Даби в Тесле, он все еще завидует. Реально, или Даби, мы ему завидуем? Даби в Тесле не сравнится с этими руками, которые режут... Корни руки. Да. Смотрите, какие классные куски. Ребят, если ваша мама ругает вас за то, что вы не умеете готовить, покажите им это видео. И да. Ваша мама поверит в то, что у вас все хорошо. Это видео нельзя смотреть маме. Мама, если смотрите видео, выключай, запрещайте дальше. Это я говорю своей маме. Мама, какое видео? Она ничего не выложила. Она не выложила. Она сказала, отстой, но получилось, ничего не выложила. Да, она сказала, мы там некрасивые, и все. Тебе это приснилось. Вкусное? Нормально. Так оно же сырое. Не, оно не сырое, оно вареное. Что ты делаешь? Лежишь ко мне в концу? Оно такое, да. Но это потому, что, видимо, я была полнее, когда на меня это шили. Я когда Лису в этом костюме увидела, она вот такая. Ее на ручках можно принести. Теперь мы жарим колбасу. Тем временем наш суп готов, мы его откладываем. Все, бульон полностью приготовился. А это значит, мы почти закончили. Теперь мы будем это жарить, поэтому ставим сковородочку сюда. Надо протереть руки. Я очень... Я Саски тоже жарю. Или он тебя? Сосо на ру или на ру сосо? На ру сосо. Саски я не представляю сверху. Единственное, или Саски сверху, это с сахарой. Гара Саски или Саски Гара? Гара Саски. Правильно. Правильный ответ. Саски, я говорю Саски, только сахары сверху. Правильный ответ. Гара не трожь. Ну, поверьте, что у меня постоянно проявляется, когда я готовлю, мне нужно постоянно мыть руки и вытирать их, потому что мне все время кажется, что у меня очень грязные руки. Вот это тоже так, когда ты готовишь? Смотри, у меня сейчас абсолютно чистые руки. Да, но тебе кажется, что они грязные, и тебе хочется их постоянно мыть, да? Да, я не так постоянно, когда я готовлю. Это просто я их вытираю чаще, чем воду. Поэтому у меня постоянно по всей кухне валяются влажные салфетки, ибо я иначе не могу. Это типа у меня тоже. Но она типа, видимо, тоже. Ну, такие мы ОКРщики. Подружки по ОКР. Такая вот диагностика на YouTube-канале. Эксклюзивная информация. Нет, подожди, как это сказать, типа. Эксклюзивный контент. Свинина закидывает финину. Саске, 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 Саске. Два яйца одиноких. Но где же огурчик? А вот оно. Вот так, но они слишком горячие. Вот одно яйцо, вот другое. И что получается?
Саске. Вообще макароны отвариваются отдельно, но так как мы все съедим сейчас сразу, то отдельно мы варить макароны не будем. Мы сразу их закинем в наш бурлящий супец. Сюда нашу лапшичку. Ну, короче, мы это засунули туда, теперь пихаем всю эту лапшечку яичную, пока эти штучки уже поджарились. She will rain all day, couldn't wait for us time to shine. Да. Вы себе не представляете, насколько здесь вкусно пахнет. Вот это, кстати, можно убрать, это не надо есть, это мы уберем потом. Ну, просто, боже, как это вкусно, вау. Кладем лапшичку. И теперь, так как у нас нет половника, потому что кто-то тупой и не купил, интересно, кто бы мог быть, мы будем черпать воду так. Из гуля! Ашиэтео, ашиэтео, суно. Какой это странный зверь живет внутри меня. Берем, кладем яичко. Вкусно, вкусно. Потом мы с вами выкладываем наше потрясающее мясо. Но я думаю, мы разделим его на две половины, потому что будет лучше. Угу. Блин, мне кажется, это должно быть прям реально круто. А мы правда будем это есть? Ну, захотим. Мы не захотим, будем есть. Так, и теперь выкладываем листья нори. Вау, слушай, это реально красиво смотрится. Yeah. И оставшуюся зону посыпаем лучком. Вот! Наруто одобряет этот рамен? Да, я одобряю. Давайте пробовать. Бля, какая-то, какой-то мусор. Это с твоей комнаты. А, тогда неудивительно. Ну что, ребята, у нас получилось. Пробуем рамен из Наруто. Упрощенный рецепт. Сейчас я попробую, потом дам самому Наруто. Ты знаешь, мы хоть и орали в самом начале этого видео, что какая-то жажа полученная, получилось очень вкусно. Реально вкусно. Я тебе честно говорю. Короче, ребят, берите рецепт на заметку. Это очень вкусно. Да. Слушай, я говорю, это реально круто получилось, без шуток. Я думала, это будет ужасно на вкус, мы тоже... учитывая, что мы добавили туда сахара ради ТикТока. Короче, мы реально думали прикалываться и издеваться. Господи, я не могу серьезно снимать, когда он смотрит. Он и я, мы, у нас парные луки со всраку, да. Какой ужас. А да, я еще сиреневым, то есть я просто дополняю эту картину. Да-да-да. Ребят, всем рекомендуем, получилось очень вкусно. Ставьте лайк, как будет видео с Геройской Академии.